сказать. Хорошо, когда есть помощники. Что остальные? Готовы следовать за тобой. Сенсей сказал им, что никто, кроме тебя, не сможет убить Хана. Один не смогу. И надо придумать как. Хан в порту Идзуми, окруженный войском. Надо найти брешь в их обороне. Где проскользнуть и где искать Хана. Глянем с высоты птичьего полета. Я знаю одно место. Идем сейчас, под покровом ночи. Порт Идзуми. С вершины маяка обзор лучше. Только бы туда забраться. И лучше тихо. Идем. Это последний маяк, по-моему, должен быть. Сейчас посмотрим. Да, последний маяк. Что Хан здесь ищет? Он поплывет на Большую Землю. Продолжит войну уже там. Нельзя ему это позволить. Цветы. Как раз из таких я готовлю яд. Монголы их тут собирают. Чтобы отравить нас. Думаешь, мы тогда поступили правильно? 100%. Я рискнул. И мой яд спас тысячи. А если он убьет много тысяч? Мы не допустим. Убьем Хана раньше. Да, верно. Хана нужно убить как можно скорее. Бесполезно идти в лоб, но мы можем за... Так, надо одежды призрака одеть. На утес. И как-то проникнуть внутрь. Ну, веди. Дед заметит сейчас. Ёлки-палки, все сначала.
Выключи горох, а? Что в этих бочках? Припасы? Цветы. Это яд. В одной бочке сотни смертей. Хан повезет их на большую землю. Он не должен покинуть остров. Мы осмотрим порт с верхней площадки маяка. Хорошо, пошли. Посмотри на волны, они пологие. Такие бывают перед штормом. Это будет нам на руку. Сейчас я потушу огонь на маяке, чтобы он не помогал монголам во время шторма. А когда уйдут, зажжешь снова. Посмотрим, что в порту. Сюда! Придумаем, как лучше нападать. Просто ушли отсюда. Место открытое, трудно оборонять. Зато для засады в самый раз. Там можно выставить лучников. Чтобы лишить монголов преимущества? Всадники хана обойдут нас с фланга. Видишь, птицы кружат. Как будто они чего-то боятся. Их напугал шторм. Они полетят дальше от берега. Поместье начальника порта. Возможно, теперь там живет хан. Недалеко от причала и кораблей. Разумно. С утеса хорошо видны монгольские корабли. Ох, что бы мы с ними сделали, будь у нас хвачки. Хан почти готов отплыть на большую землю. Со всем своим войском, взрывчаткой и моим ядом. Если не остановим его, сёгунат обречен. Шторм поможет нам одолеть монголов. Он начнется и заставит хана укрыть корабли в заливе. Тогда мы ударим. Потопим корабли и все, что на них. Тут нужно оружие монголов. Простое дело для ловкого вора. И еще нужны воины. Малый отряд отвлечет монголов. Я проберусь в форт Эдзуми и убью хана. Рискнем. Что ж, тогда надо готовиться. Хорошие новости. Как подготовка? Кэнди нашел, где украсть у монголов хвачки. Я иду туда. Начало хорошее. Но нужны еще воины. Нет. Дядя понимает, что хана нужно убить. Он поможет нам. Тебя бросят в тюрьму. Я напишу письмо. Оставлю в его покоях. В замке полном самураев? Они меня даже не заметят.
Надеюсь, дядя прочитает. Без коня я тебя не отпущу. Я не восполню твою... Я разбираюсь в любых доспехах. Одного из этих. До свидания. Мы молимся за вас, господин. Тихо. Вот так. Мы теперь друзья. Как ты его назовешь? Кага, рожденный из тьмы. Хорошо выбрал. Как ты попадешь в замок своего дяди? Я там вырос. И до сих пор помню все тайные ходы в этих старых стенах. В детстве я знал их даже лучше господина Симура. Цин, почему ты убежал? Я хотел поймать угря вам на обед. И ловить его, думал, голыми руками? Рюдзо сказал, вы меня прогоните, когда у вас будет свой сын. Цин, подойди. Твой друг не прав. Перед нами лежит путь длиной в жизнь. И я пройду его с тобой. Вместе. Так, и как нам в замок попасть? За обрывом следить не будут. В прошлый раз было теплее. Осторожнее, призрак. Самурай, вас разыскиваю. Если нападу на стражу, все лишь уверятся, что я чудовище. Ну, не нападешь, наверное. Он хочет поднять людей.
Блин, далеко-то как идти. Вон мост. Вон мост, где проходить. Можно пройти под мостом с помощью крюка или найти другой способ пройти незаметно. Так, а мне-то куда надо? В другую сторону. Кто знает, что мы несем? Я бы никогда не навредил, господин. Мы проделали долгий путь, чтобы защитить. И для меня честь, если вас там кто-то есть. Ну, елки-палки, здесь не пойдешь. О, глюк. Поискали и будет. И как мне залезть? Как от него защититься? Следите за едой и питьем и не подставляйтесь под обстрелы.
дядя. Он не знает, что я здесь. Нам надо было обратиться к воинам вместе. Проклятие тел. Ой-ой-ой. Это его дядя, что ли, идет? Монголам придется за многое ответить. Наш долг — не допустить, чтобы они достигли владений Сёгуна. Говорят, хан использует тот же яд, что господин Сакай. Не смей произносить при мне это имя. Простите. Ух ты, все. Поскользнуть в покое. Монголам придется за мной ответить. Наш долг не допустить, чтобы они достигли владений Сёгуна. Я просто обойду я и все. Точно что-то слышал. Не трать мое время. Его комната наверху. Сейчас можно подняться. А еще выше, елки-палки. Перевали и в храме Дзюгаку. Думаем, это дело рук господина, то есть призрака. Как поступите? Мы разберемся с призраком, когда победим монголов. Но ведь Сёгун ясный. Там что-то хрустит. Моя комната. Примут ли меня когда-нибудь назад? Блин. Хрен поймешь, а вот лестница. Понятно, через это как-то попасть надо. И нет, что ли?
оставлю записку на виду. Он здесь! Стража! Дядя, простите, что не говорю это лично. Хан собрал свой флот в порту Идзуми. У него столько яда, что хватит на все войско Сёгуна. Но когда придет шторм, я намерен убить хана и потопить его корабли. Я прошу вашей помощи. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Пусть не как отец и сын, но как воина, что выбрали разные пути. Кем бы вы меня ни считали, вы всегда будете мне родным. Почему так долго? Мы волновались. Думали, тебя схватили. Доставить письмо было непросто. Дядя его прочел? Он приведет войска на помощь. Надеюсь. Но ждать мы не можем. Ветер крепчает. Шторм начнется к утру. Осадное орудие добыли? Да, их у нас немало. И к нам присоединились беглые воины, готовые сражаться за призрака. Мы готовы. Скажи, атакуем на рассвете. Я-то скажу, но лучше бы ты сам. Ты все-таки предводитель. Господин. Хорошо, что с нами глава храма Кедра. Я не стал бы претендовать на такую честь. Знаю. Именно поэтому ты ее заслужил. Завтра мы отомстим за твоего брата. И за всех монахов. Я хочу лишь вернуть дом. Слышал, что призрак проник в Адзама. Ему пришло... Дзиль. Масако, я не знал, ждать ли вас. Я же сказала, что помогу тебе. Но я и сама желаю смерти хана. Он убил моего мужа, а его люди — моих сыновей. Они не уйдут от возмездия. Мы вместе их покараем. Отдохните. Завтра будет долгий день. Или очень короткий. Рад встрече, мой господин. Ха. Вижу, ты в хорошем настроении.
Еще бы! Весь день набираюсь хорошего настроения. Сильно не набирайся, а то завтра все проспишь. Если серьезно, завтрашний день я ни за что не пропущу. Я здесь ради Таки. Спасибо, Кензи. Господин. Мы прошли долгий путь с тех пор, как ты спасла меня при комоде. Ты был такой тяжелый, еле утащила. Мне даже пришлось тебя наполовину раздеть. Я здесь благодаря тебе, Юна. Не могу тебя потерять. После всего, что мы прошли. Всех, кого лишились. Не могу. Я должен убить Хана. Не должен. Нашли бы лодку, уплыли куда-нибудь. И пусть самураи воюют так, как хотят. Ты правда этого хочешь? Нет. Если погибну, обещай, что продолжишь борьбу. Вот ты мерзавец, Дин Сакай. Иди-ка поспи. Успею. Давай посидим здесь немного. Вот и все. Не убьем Хана сейчас, он отплывет с войском на Большую Землю. Кензи, что там с нашими осадными орудиями? Обрушим огонь на монгольские корабли. Хорошо. Юна подаст вам сигнал к атаке. Как только начнете стрелять, монголы ринутся на вас и угодят прямо в нашу засаду. Взрывчатка установлена. Лучники на крышах домов. Мы с тобой, Сакай. Спасибо. Симба. Вперед. А, мне спасибо. Дин, твоего дяди нигде не видно. Шторм не станет ждать. И нам нельзя. Готовь сигнальную стрелу. Пора! Монголы идут! Убьем всех, кто прорвется! Это за моих сыновей! Осторожно, Масако! Не дайте им зайти с тыла! Сражайтесь с ними! Вперед! Драла, блядь. Там еще монголы! Бейтесь, или они нас прикончат! Отбивайтесь! Ага. Убейте всех! А?
все получилось. Монголы снова собирают силы. Мы им не позволим. Норио ведет остальных бойцов в гору. Мы объединимся и атакуем. Вы живы? Здесь все закончится. Сегодня хан умрет. Дяди здесь нет. Мы будем одни. Мы атакуем главные ворота. Отвлечем монголов. Ты проберешься внутрь. Вас слишком мало. Но все же мы здесь. И уже не повернем назад. Вы самые отважные воины, кого я знаю. Надеюсь, еще встретимся. А этих оставь нам. Чего мы ждем? Нет пощады монголам! Бой! За господина Сагая! За призрака! Надо залезть на крышу, осматриваться и пойму, как добраться до храна. С дозорной башни хорошо видно весь лагерь. А где эта башня-то, елки? Пердюс! Понятно. Чихарво! Хочешь, бери! Зипсикрик, бери! Тебе! Вот и дядя. Сацусим! Без пощады! Надо добраться до главного дома. Я же телепортировались. Семель,
Куда ты? Только погибло, потому что вы, ты и твой дядя, не сдались. Я предлагал мир, а вы выбрали войну. Теперь я пойду по вашим землям дальше. Твоя жизнь закончится здесь. Отомщу за жителей Цусимы! Отомстишь? Не надейся, щенок! Нихрена себе! Покинешь Цусиму! Хрен победишь еще. Может, ты боишься? Ним.
Убейте его! Блин. Ладно, хер с вами, иди сюда. Все, она тебе, редиска. В атаку! Убейте призрака! Еще нет. Забвение. Это твое.
Хан мертв, но его войско осталось. Пока не прогоним монголов за море, покоя не будет. А когда прогоним, что потом? Начнем новую жизнь. Раньше я знала, какой будет новая жизнь. А теперь не знаю даже, кто я. Ты великий воин и верный друг. И воровка. Это в прошлом. Тебе решать, кем ты станешь завтра. Нам надо уходить. Дядя будет искать нас. Он уже нашел. После битвы он прислал гонца. Он предлагает мир? Хочет тебя видеть. У тихой воды под деревом с красной листвой. Озеро Оми. Там он учил меня сражаться. Пойти с тобой? Нет, я пойду один. Он моя семья. Понимаю. Мне больно вспоминать Таку. Как от него пахло дымом. Как он смеялся. Как бронил меня, когда выпью. Вся жизнь шла бок о бок с ним. А теперь... Я одна. Ты не одна. У тебя есть я. Призрак. Ты принадлежишь всем. Подожду его у причала. Дзин. Дядя. Я не знал, придешь ли ты. Я хотел поговорить. Объединившись, мы прогоним всех монголов. Восстановим наш дом. Это не твое дело. Сёгун распустил клан Сакай. Так что отныне ты уже не самурай. Я пожертвовал всем ради народа. И я не жалею. Новые самураи заменят тех, кто погиб. Займут твои земли и поместья. Я хочу проститься с домом. Тогда едем.
Какие они твердолобые, а? Вы останетесь Дзиту Цусима? Да. Сёгун поручил мне обучить его воинов сражаться с монголами. Хорошо. Они ведь не отступят, пока не захватят всю Японию. Я посвящу отмеренные мне годы борьбе с ними. Но я надеялся, что в этом мы с тобой будем вместе, как отец и сын. Вы еще можете жениться, завести новую семью. Да. Полагаю, что могу. Думаю, надо подтолкнуть. Погоди, мы поможем. Не стоит беспокоиться. Чепуха. Один ты не справишься. Вы очень добры. Грязь тут больно уж вязкая. Тяжелый груз. Куда направляешься? В Дзёгаку. Там войско призрака. У него войско? А вы не слышали? Он пойдет в монгольские степи и поведет за собой бурю. Сожжет их дома дотла. Смелое намерение. Вот везу им все, что могу. Надеюсь, пригодится. Ну, тогда поспеши. Спасибо, господа. До Дзёгаку путь не близкий. Не увязни в грязи и держись подальше от монголов. Хорошо. Я впервые обо всем этом слышал. Не здесь. Иди за мной. Нет у меня никакой армии. У тебя становится все больше последователей. Сёгун обеспокоен. Я обеспокоен. Вам нечего опасаться. Когда прибудут новые кланы, поклонятся ли эти люди своим самураям? Или предадут их ради призрака? Я не позволю им это сделать. Они меня послушают. Ты не послушал моего приказа. Ты самый верный из моих воинов. Ты научил наш народ неповиновению. Думаешь, твои последователи станут повиноваться тебе? Дай лошадям отдохнуть. Дальше пойдем пешком. Как скажете. Наше семейное кладбище. Здесь покоятся 7 поколений семьи Сакай. Среди них твоя мать. И мой отец. Почтим их память. Я буду скучать. Я тоже. Сёгун объявил тебя предателем. Он велел меня убить. Призрак-негодяй. С ним наши люди стали своевольными. Стали защищаться. Отравой? Для врага это был подарок. Для вас жизнь наших людей не имеет ценности. У тебя нет чести. А вы стали ее рабом. И был мне сыном.
Теперь я должен продолжить род Симура без тебя. Снова завести семью. Ценой моей головы. А таково мое наказание. Наш последний день вместе. Он прекрасен. Пора. Пиши последнее слово клана Сакай. И клана Симура. Руки, творившие мир. Смерть несем в родной дом. Здесь мы простимся. Родители всегда будут с тобой. Да, дядя. Я тебя обучу. Сделаю сильнейшим воином клана Сакай. Буду растить как своего сына. Ты готов? Я готов. Да ладно. Я не хочу ранить вас. Убив меня, вы их не исцелите. Я не могу подвести сёмна. Ну, своего брата подвел, получается.
хотите мести? За то, что я подвел вас? Это не моя месть тебе. Это мое наказание. Только непонятно за что. Почти меня смертью воина. У меня нет чести. Но я не убиваю своих. Призрака будут преследовать до конца его дней. Знаю. Такая грустная концовка, конечно.